Тихонович, теперь слышу. Слышу, нас... нет. Да, слышу, слышу. А теперь вас хорошо слышу и вижу. Так, что у вас там было-то, неладно? У нас... Да, вот тут... Вот дочь моя, одна ращу ее. У нас, знаете, проблема... Ребенок сложный, диагноз олигофрения. Так, давайте-ка мы договоримся по порядку. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет. Так, повторите еще раз, что у вас за вопрос? Хотела бы попробовать ваш, как бы, знаю, что есть, как не лагерь православный, как, я не знаю, как он у вас называется. Так. Она очень хочет в церковь ходить. Ну? Но... В прошлом году я в обычный лагерь ее отправляла. Она нормально там вроде была. А вообще диагноз олигофрения. Ой-ой-ой. Да. А и вот, как, когда стали замещать это? Ну, с детства лечили. А в чем это выражалось? Вы знаете, сейчас вот какой-то подростковый возраст, ей 14-15 год. Ну, в чем оно выражается конкретно? Где она ведет себя неадекватно? В школе, дома, при вас, на улице? Вы знаете, ходила в храм, у нас очень рядом храм здесь есть, она оттуда прям не выходила. Очень много времени, я не могла оттуда ее убрать. А сейчас они стали побаиваться, и она, знаете, как говорит, закрыла, говорят, женщину в туалете, как бы посмеяться, вот понимаете, как вот вроде закрыла и тут же открыла. А они уже ее стали в храм не пускать. Ну так а зачем она закрыла-то? Вот не объяснит, говорит, сказала, пошутила. Видите, неадекватное вот такое поведение. Нет, у нас если в лагере закроет ребенок, я его накажу обязательно. Вот и я наказала вчера. Все наказалось, а сегодня вот не, как бы не слушает меня. Сколько, я как... сколько возраст? 14-15. Так, вот так. В каком классе ты уже сейчас? Восьмой. Ну так а что, до восьмого класса как бы она училась-то? Ну вот так и учимся, она в коррекционной школе. Ну, коррекционной школе. Ну так если ходит в церковь, так она что-то там уже знает? Знает, все знает. Как... Верит в то, что Господь пришел на землю ради всех нас? Христос? Верит, он верит, сидит, но поведение это все равно... Если не против, давайте-ка мы с ней поговорим. Ну вот она сидит, Сонь, повернись, поговори. Слышишь? Говори. Поздоровайся. У нас, голову. У нас в прошлом году, то есть вот в 17-м, были 4 человека из Канады. Ну да. Вас нашли, да? Ну, они уже второй год приезжают. Ну да, если вот такую у нас, вот. Видите, у нас не оздоровительный лагерь, а трудовой. Вот. Мы до обеда все работаем. Мы сами себя стараемся обеспечить дровами, что необходимо. Она, знаете, очень сильная. И вот этот труд ей, она будет помогать. А я боюсь, лето начинается, она мне без присмотра. Этот переходный возраст, я вот так боюсь, что ее обманут. Я очень боюсь, что ее обманут. А у нее пошло влечение, понимаете что? Я не знаю, что делать. Что делать? У нее рост, какой рост вверх? Вот сколько рост? 1,62 уже сейчас. 1,52 вес? 1,62. 1,62 вес? А ну, килограмм 60. 60? Да, 64. Большая. Нет, дело в том, что надо узнать примерно, вот вы говорите коррекция, откорректировать. Вес нужно уменьшать. И вот это все остальное сразу пойдет на убыль. А как уменьшать, не знаю. А уже меньше есть. А для мне... того, чтобы избавиться от этого, у человека, что нажил лично, 4 причины. Запишите, я вам скажу, какой. Первое. Ага. Записываю. Первое. Обжорство. Ага. То есть лишняя еда. Второе. Лень. 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 Такое, что куда пошлешь, он абы как будет делать. Ну, не хочет работать. А у нас картошку копаем, полем в огороде. Мы
Все время в труде. Так, третье. Много спанье. Во сколько ложится, во сколько встает? Ну, встает рано она очень. Она ни одной службы не хотела пропускать. Но Рано она в я не о службе, 7-8. а как встает? Во сколько поднимается с постели обычно? В 7-8 часу поднимается. Уже долго Семь, не спит. семь. Восьмом. А Да. у нас подъем в 5. Ну, в 5, так, если Это надо, не то в просто 8. так. Если она не приучена, мы сразу конфликт будет. Если она не поднимается, ее холодной водой обольют. А ей это надо? А в проруби я ее ныряю зимой. Ну, это один раз ныряю, так вставать надо каждый день. Нет, раз мы чаще ныряем, я ее вожу в Сорочий Лог, в монастырь. Я знаю, это в монастыре там есть. Вот Да, такое вожу ее дело. туда. Так, не знаю. Если бы вы там были, вы были бы с нею. Вопрос другой. А если я... Лагеря в прежнем статусе нету. Второй год. Поэтому мы купили несколько домов, и теперь у нас деревня. И чтобы на нас не нападал Роспотребнадзор, необходимо, чтобы кто-то был из родителей. А, А вот, да. но нас никак по-другому нельзя. Зажали, суд был. Но суд не удовлетворил. Они штрафами дают по 1,5 миллиона. Ну да, это же дети, А у меня понятно. лагерь был 45 лет. 45 лет. И ни одного повреждения нету. Дети все здоровые. Ну, все время у нас там и спортом занимаются, и каждый день купаются несколько раз. Я верю вам. А вы откуда узнали про наш лагерь? Да, люди советовали. Давно смотрела в интернете и искала, как вот к вам выйти на... А если вот мы поговорим, и я вам внизу сброшу наши фильмы про лагерь снятые, вы посмотрите их? Обязательно, Вот обязательно. вам будет видно всю нашу, что мы делаем. Это 475 роликов. Это не один, не два. Это и как встаем, и как работаем, обедаем, экскурсии какие за ягодами идем. Абсолютно со всех сторон наша жизнь показана. Как разрешаются конфликты. Ну, все абсолютно. Поэтому, если бы вы были, вот вопрос другой. Тогда можно было бы начать разговаривать. А одну никак нельзя взять. Она большая, за ней следить не будешь. И что случится, посадят. Да. Это человек. Вон, смотрите, там на Сямозере-то погибли 14 ребятишек-то. И указание президента страны проверять все лагеря. Они к нам приехали, у нас все нормально. Но это не так. Вода должна быть проточна. У нас колодец. Вот, разделочная доска не из того дерева. Ну, то есть, ну, глупости. Да, это нормы всех общества, Но какие нормы. нормы-то, когда у нас 45 лет ни одного больного? Какие нормы-то? У Ну вас да. тонут больные под капельницами. У нас ни одного. Это не 2 года, не год. 45 Это, лет. конечно, это во благо вот так людей сделали, Но мы... детей. Ну, мы ничего не можем противостоять. На их стороне полиция, прокуратура, администрация. Все на их стороне. Роспотребнадзор. А их там 110 тысяч человек. А вы по-настоящему прививали детям настоящую жизнь, которая Мы существует. представили то, что у нас есть. И они не возражают. Ни одного больного. Дети сидят, поют, там бегают, играют. Им это не надо. Им надо задушить. Я им сказал, вы Да. слуги Антихриста. Антихристова. Именно мы показываем, как у нас дети убегают. Мы тренировались все время. И когда полиция приехала, точно так. Один человек остается, а остальные у нас убежали. А потом по деревне мы распределили. Я ни одного ребенка не отдал ему руки. Ни одного. А в других местах в автобус загоняли. И в жару они сидели, не пили, не ели там целый день. И родители там что было. А у нас, мы заранее это тренировки были. Мы ждали их. И с нами ничего не могли сделать. Вот в Да, сила 98 духа. году против нас было 15 комиссий за 2 месяца. Комиссий краевых. Там и пожарные, и полиция, и прокуратура, и врачи, и санэпидемстанции. И они ничего не могли сделать. И все это снято. Мы забаррикадировались, дети стоят на крыше, кричат, не заходите, плакаты выставили, все засняли, и Бог снял осаду. А потом врачи были, все исследовали, ни одного ребенка нет больного. И прокуратура написала, дети чувствуют себя прекрасно. Это не юридический язык. Да. Вот так. Ну, у нас была очень большая помощь. У меня близкий знакомый, прокурор края, в дружеских отношениях. Дальше, начальник краевого суда в администрации краевой нашей, Барнаульской. И они ничего не могли сделать.
Они сняли три фильма, наверное, против нас. Я приехал, Не потребовал, как говорится, видела. сатисфакции. И суды шли, все три суда я выиграл у них. Им Ой, пришлось ладно. опубликовать, заплатить деньги. Ну, ложь. Потому что родители шли, показания были. Родители не допускают. А родители говорят, да мы в лагере жили с детьми-то. Ну, вранье, сплошное вранье. Ну и Бог дал хорошего судью. Сухарева Хорошо. там Наталья была. Спасибо, Господи. И все, полный разгром. И кто эти фильмы снимал из ГТРК Алтай, то уволили с работы. Там Ой-ой. Афанасьев запретили больше на религиозные темы, на лестничной площадке. За нами ничего нету. Ничего. Проверка, ну, это, повторяю, 45 лет. Если бы нас они не тронули, полвека было бы уже скоро. Нынче мы были уже в деревне. В деревне, как в гостях люди. Слово «лагерь» мы исключили из лексикона. Его нету. Нету Ну, у все. нас также встают, та же гимнастика, та же молитва. И каждую субботу, воскресенье мы ходим в храм. Стоят у нас никак в храме. Ни ходить, ни в туалеты закрывать, ничего этого нельзя. Вы распишетесь, если она будет, что вы разрешаете наказать. Я ее накажу физически, не как-то. А из нее иначе еще не получится. Так Бывает, вот, приезжает материться, я ему крапивой прожгу губы. я физически тоже вот так вот, у меня другого выбора нет, вы Да. понимаете или нет? Нет у меня другого, она не оставила мне А сама-то другого. она хочет или нет? Вот слышит это. Фильм посмотрите. Да, посмотрим, она как привыкла вот в этот храм бегать, а запретили А в только какой со храм? мной. В какой храм? А возле нас, Соня, как наш храм? Иоанна Богослова? Иоанна Богослова? Да. Да. Отец Георгий, настоятель. А какой Крейдун? Фамилия? Фамилия? Да. Я не знаю. Я знаю, что Ну, Георгий. я их почти всех Георгий. знаю. Да, Крейдон. Георгий Крейдон. Да, Соня сказала Крейдон. У нас очень хорошее отношение с митрополитом, который сейчас в Барнауле. Митрополит Сергей. Сергий. Он приезжает 2 раза в год к нам на день открытия, ну, годовщина деревни, после Так. 14 мая, и 16 сентября престольный праздник. У нас с ним очень хорошие отношения. Мы Так Бога вот. благодарим каждый день, что такого нам дал. До этого конфликтовали с нами они, а теперь он, ну, просто как будто бы родной наш отец. Да, он тоже часто бывает. Да, и Еще в нашем у нас это храме. все выставлено, как мы за столом беседуем по Потеряевке. Все, он приезжает там с хористами, с семинаристами. Они у нас в храме стоят, поют, и ласточки у нас прямо в храме. И ласточки поют, щебечут вместе. Ой, Там ой, ой. картина удивительная. Благодать, благодать. Ну да, вот так. Да. Ну я вам, И вот что она. тут? Давай я с ней поговорю маленько-то хоть. Давай, вот она. Ну давай Спроси, маленько, Соня. сядь прямо. Давай. Сядь прямо. Ты как звать-то? Давай, Соня. Громче. Громче. Понятно? Соня. София. София. А знаешь, как переводится слово это София это? Премудрость. То есть должна быть премудрой. А премудрость заключается в следовании заповедям Господним. Ты веришь, что Христос приходил на землю и умер за грехи людей? Говори нам. А Да. кем он для тебя является, Христос? Говори, голову подними. Отцом скажи. Отцом. Да нормально, садись, сиди, говори. Вот у нас, если спрашивают старшие, то отвечать надо сразу. Потому что мы собрались как родные все. Да. И поэтому Помогать вам другу. плохого здесь ничего не скажут. У нас строгий закон не обзываться и не драться. Я их накажу любого. Ну, Поэтому мы стараемся матерком. создать стопроцентную защищенность ребенка. Голову подними. Голову подними. Хорошо. Подними. Ну ладно, Да, ладно, мы. ладно. Я уже вижу. Все. Все. Видите, что вот говорите, тяга и другое это. Да. Это о потере страха Божия. Или его никогда не было. Надо просто преподать Господу, объявить пост, не пить и не есть хотя бы 3 дня. И вот это лишнее все уйдет. Это много лишнего весу. И лицо сделается другое. А так, говорит, выкатились от жира глаза их. Без страха уточняют себя. Это нам Святая Библия говорит. Да я уже сама с ней не ем, не пью. Уже честное слово, правда.
Уже за 15 лет я еще не видела хороших дней. Тяжело мне А у с ней вас муж-то очень. есть? Нет, он сразу бросил. В 5 лет, как стало понятно, что она какая-то не такая, он стал стесняться. А что стесняться-то? Это твое детище? Вот такой вот попался, вот такой вот отец. И больше Надо никогда не... молиться, молиться. Я не говорю об выздоровлении, но Бог как-то положит на сердце-то. Богу это не угодно, чтобы мы его не знали. А когда Христа знаешь, мы каждый день ведем занятия по Слову Божию-то, и надо вести себя достойно. За столом сидеть, на стол не облокачиваться, без головного убора, без платка женщина даже на улицу не выйдет. Понесет она это или нет? А у нас это все до одного. Дети, они Да. такие, каждую минуту не посмотришь, они будут и смеяться. Строго, если то она будет слушаться, если строго. У нас Никаких строго, очень, у нас поблажек. очень строго. Да, поблажек никаких, потому что она сразу как бы начинает, если кто-то там что-то говорит, там понимать ее начинает, ее дурости, она начинает дурить. А если строго, то она уже и делает. Ну вот И так, подумайте сами. Мы заезжаем 10 июня. 10 июня, да? Июня. Хорошо. Стоимость у И нас, мы берем на месяц 30 дней. Мы уже лет 5 на одном месте стоит, 6 500. Я хорошо. сейчас посмотрел, самые маленькие, которые в интернете, 24 тысячи. Да, 24 до 120, кажется. Так что да. Да. там не выскажешь. А у нас, ну вот так мы сами все стараемся делать, и мы не платим ни поварам, никому, у нас все работают бесплатно. Все сами Вот свой труд. сами. Вот вам две путевки. Я выпишу тогда, если только мы будем сохранять отношения, что с собой взять. Там две Ага. простыни, там две наволочки. И, ну, конечно, когда будет стирать, вы будете помогать сестрам и стирать, и стряпать. Но мы вас должны знать. Вы сами-то верующие? Да, хожу в храм. Входить в храм многие ходят. А вы верите, что Молитву. Христос умер за вас? Верим, конечно. Верите? Я должен знать, потому что Молитва, лагерь молитва спасла жизнь. православный лагерь, у нас посты строго соблюдаются, все. Мы за 45 лет ни одного дня не нарушили пост. А сегодня даже от церкви, все там они, льготы, экономия какая-то, у нас нет этого. Мы просто живем, живем естественной жизнью, ходим босиком, купаемся, работаем, занимаемся, играем. Ну, это дети. Для них у нас специально пруд выкопанный, специально, где не утонешь, она, допустим, вот так вот только будет, все. Специально технику наняли, мы большие-большие средства вложили туда. По-русски, настоящая русская жизнь, Ну, русский мы дух. деревню с нуля строим православную, уже 27 лет. У нас поселяется тот, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда только мы примем от него заявление, и можно будет думать, разрешат ему или не разрешат. Все Тогда. учителя верующие. Никто не курит на территории деревни, даже чужой не курит. Если женщина вышла, она в брюках, все, в машину обратно ее заставим сесть. Все У нас, понятно. повторяю, мы православные, у нас не игра, у нас очень серьезно все. Мы должны так жить, чтобы в вечности быть со Христом. Я поняла вас. Потому что на аресталище, вот, допустим, сейчас вернулись они, олимпийские чемпионы, и они не думали, одной шайбой завоевали золотые медали. Так апостол Павел говорит, мы все бежим на аресталище. Аресталище – это на стадионе. Но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить, не просто руками воздух молотить. Поэтому в этой, это апостол Павел пишет Коринфянам. Поэтому у нас каждый день Слово Божие. А вот так вот сказать, она вот так согнется, не будет, это не пойдет. Дети, ну дети же рядом. И даже Дети то, рядом. если она не будет, и вы не будете, но, по крайней мере, вы будете наши фильмы смотреть. А потом увидите. Так, мы сейчас заканчиваем говорить. Еще вопросы есть? Давайте. Нет, нет, все, я поняла вас. Все. Поняли, да. Вас как Да. звать-то? Инна. Инна? Да. А вы Инна мне. знаете, что это мужское имя? Знаю, вот так назвали. Но И теперь я... крестить вас с этим именем священник не будет. Вы знаете, меня уже в осознанном возрасте крестили в 12 лет. И как назвали? Вы знаете, мне кажется, меня так и назвали. Нет, Просто он не может спросили там назвать вас папу. так. Ну, допустим,
девочка крестится, ее Петром не назовут никак. Борисом не назовут, ни Игорем. Это Римма, вот брат Римма еще, и Инна. Это два имени, которые являются мужскими. А имя женщин называют. Но это по незнанию, по неведению. Это были такие святые в Риме, они верные были Богу, их казнили. И церковь вот их вот причислила к лику святых. Вот так меня называют. Вопросов нет больше? Нет, нет, нет. У нас никакая бижутерия не принимается, является. Ни ногти, ни что, чтобы не были накрашены. Угу, если хорошо. Вы думаете, а у вас машина-то своя есть? Ну нет, у меня нету. А вот вам еще и добираться надо думать как. Ну, это уже такое дело. Ну да, 150 километров, 156 километров тут. Да, нормально, ничего страшного. Ну все тогда, до свидания. Ну все, до свидания, ждем фильмы. Боже, сейчас я кину вам. Хорошо, спасибо, до свидания. Давайте. Спасибо, Господи. Богом. Все, выключайте. Давайте, выключайте. Я ищу, где выключить еще, подожди. Да. Не могу найти, где выключить. Где-то надо найти. Да, сейчас ищу. Там красная трубка такая.